меня уже в голове план И проявляется немножко. Решил зайти в сосновый лес, а тут маслята. Вон. Ух, какой хороший. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Сегодня я буду с Мишей ловить на Клязьме. А именно нас сегодня в первую очередь интересует судак, щука. И будем, соответственно, ловить на джих и силиконовые приманки. А что из этого выйдет, увидите. Вперед. Ну вот, наконец-то идем на реку. Не один, с Мишаней. Привет. В первую очередь сегодня нас интересует судак. Потому что вроде бы как он начал поклевывать, вот как скользко. Ну а там вообще главное, чтобы клевало что-то. Там посмотрим. Я пока даже ничего не привязывал, потому что понятия не имею, что там сейчас по грузам. Я был там только в начале лета и все. А сейчас вода прибыла. И какие там груза надо, фиг знает. А по приманкам примерно понимаю, что ставить. Это эти шайнеры, спинкомпакты. Всего понемножку. Угри обязательно, угри. И там будем уже от этого отталкиваться. Так, начнем здесь. И будем двигать. О, кто-то был. А по водичке примерно... Не, даже больше, чем в начале лета. Чуть-чуть больше. Я думал, грамм 14 надо, да, действительно. Давай поставлю атаку. Пускай будет как разведчик у меня. Акваслим. Палочка у меня от Ройнера Sonic. Давненько уже и не ловил. Будем комбинировать спиннинги. И катушка Shimano Stradic 19 года, 4000. Первый заброс прошел без поклевок. Хорошо. Следов немного, кстати, что не может не радовать. Ходил кто-то, но на днях. А грибов полно. Вон, смотрите, зонтики. Раз, два, три. Вон четыре, вон пять. Там еще на дороге видели еще один. Да, тут набрать можно. А вон, смотри, сколько их. Вон, вон. Ого, здоровый. А, он присядь. О, видно. Размер на фоне тебя. Да. Решил зайти в сосновый лес, а тут маслята. Вон. Там. Тут, наверное. А вон тоже красавчик. И там. Красавцы. Двигаем дальше, ищем. Вот тут вставай рядом. А так проедет кто-то мимо, ни хрена себе здесь собрание, да клюет, наверное. Было? Или не понял? Нет, прошло. Хорошо. Там получается затопленный остров. Или пупок, даже не знаю, как это назвать. Я вот кидаю на него и стаскиваю вниз. У меня уже в голове план И проявляется немножко. Если ничего, куда. Выпьем чайку с блинчиками. Что-то уже давно такие блины ел. Или мамка делает из какой? Только налил. Слышь? Да. Заботится природа обо мне. Короче, говорит, ну, на удочке. В тех местах было всего лишь у Миши две поклевки. А у меня ничего не было, поэтому решили переместиться. Надеюсь, не зря. Но погодка так знатно испортилась. Затянуло хорошо.
как у меня один приятель говорит, хорошечно. Ямище, кошмар. Двадцатка не тонет. О. Вот вроде под берегом, а уже 5 метров глубина. Меньше. Косуля выходила. Точнее, подходила на водопой. И обратно вернулась. Так, поставлю пионер. Так как у Миши уже было 4 поклевки, а я даже поклевку еще не видел. Может, действительно сегодня именно на него клюет. Ух ты! Обвалилось. Ничего страшного. И 16 грамм повесил. Есть. Давай выходи. Судак, по-моему. Как летается. Ух, какой хороший. Вот это да. Народ. Ощипнул-ка. Вот это да. Миш. Еле-еле щипнул, самое главное. Класс. Такого грех не взвесить. Смотри, какой. Такой полторундин, да? Да, больше. Давай посмотрим, сколько он весит. Рано я слышал. Я думал, кило 800. Кило 800. Килограммы. О, все. Кило. Ну и сколько весит? 2 килограмма. Ну вот и взял вот этот красавец. В этом году у меня он самый крупный. Приятно очень таких ловить. Ну, хотя сдался он быстро, я думал, честно, вообще изначально мелочь какая-то. Но потом, когда он уже ближе к берегу пошел, уже начал вовсю давить. И вовсю именно бить головой. Классно. Сильный, очень сильный. Ну я хоть понюхаю. Ладно, Миш, бери. Можно? Или я его отпущу. Нет. Бери. Не гребел. Стоило поставить только этот пионер, а? И бабахнул, такой красавец. Блин, как ты чувствуешь эти микропоклевки? Я не понимаю. Я не знаю, может у меня тоже такие поклевки есть, но я их просто не понимаю. Ну, еле-еле, чук. Вот так, тюк. И все. Ну, я сам не думал. Я думал, сперва он как грамм 300 сопротивлялся. А потом уже начал удавить. Точнее, он головой долбить. И получается здесь глубина примерно 2 метра. И вот перекат, вон катушка зашелестела. Ты со мной или с ней? С ней. Да и тебе. Вопрос только в другом. Есть там еще кто-то или нет? Хочется, чтобы был кто-то подобный. Как тут на 16? Меня в 20-ку сносит. Сносило. Да, на 16 свободно ловлю. Это вот в такой хероте его, да, искать? Да, он там взял. 15 метров от берега. Я затрывал судака. М? Затрывал судака. Выпьем за судака, да. Блин, время уже на 11 часов. Единственная поклевка. Первая. Зато какая? А у меня сколько? 4 поклевки? Ну, нормально, хорошие 4 поклевки, но пустые.
Не, сегодня надо еще поймать что-то. Больно по одной. Одна рыба мало. И тебе, и мне. Вот здесь сейчас проверю. Если ничего не будет, тогда возвращаемся. Ох, есть. Ах ты, ух ты, ты такой. Что ж так выпрыгнул? Щучка. О. На берегу побывала, значит поймал. Ну тут в принципе ничего удивительного. Здесь получается омут сразу за поворотом и начинает здесь крутить. Хотя в таком месте может свободно и судак стоять. Не хочет. Поставим чейзер. Только уже 16 грамм. Почему я ставлю на некоторых 16, на других 18? Потому что вот смотрите. Видите, вот насколько вот пионер вот объемный. И вот за счет вот этой объемности он дольше планирует. А тут, даже если будет 16 грамм, он все равно за счет того, что узкий, он быстрее будет проваливаться в толщу воды. То есть примерно то на то и получается. Только тип приманки другой. Я удивлен. Один шнуробас и все. Ну вот и все. К сожалению, рыбалка закончена. Сегодня рыбалка сверхтрудовая. Прям поклевок, ну, очень-очень мало. У меня суммарно было штук 5, наверное, поклевок. Из них только 2 рыбы. Судак да щука. Надоел уже такую, когда слабые рыбалки. Но зато хоть размер судака порадовал. Работал сегодня лучше всего пионер. И на чейзер была поклевочка. В следующие разы уже задумываюсь. Наверное, на фидер поеду. Надоел. Спиннинг там посмотрим, как будет. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока.